Приветствую вас, значит, Наталья. Смотрите, я думаю, что ключевой момент вашей истории заключается в том, что вот отношения для вас, которые, ну, развиваются, да, вот, как бы структура отношений, скажем так, парадигма, генезис, да, у вас подчиняется некоторым требованиям. Вы говорите, что отношения развиваются как надо. И мне кажется, что именно в этом есть определенная трудность ваша. То есть в этом заключается проблема, в том, что вы требуете, ну, условно говоря, конечно, вы требуете у отношений развиваться вот, ну, каким-то путем. Отношения, по-вашему, должны развиваться именно вот каким-то определенным образом. И вы хотите семью, вы хотите, значит, так, детей. И вот это мешает, потому что получается так, что на человека вы давите. Получается так, что вот своей такой, ну, своей такой потребностью в отношениях и в нем само возможно вы на него давите, и, соответственно, в результате этого человек отдаляется от вас, потому что не очень-то его вот эта позиция устраивает, то есть он чувствует давление с вашей стороны на него. Вот. То есть этот момент, мне кажется, как минимум нужно принять во внимание. А следующая важная деталь — это то, что касается вот того, что вы влюбились. У меня есть ощущение, оно такое достаточно, это ощущение столько, что влюбились вы в некоторые, знаете, образ человека, который он вам предоставил. То есть вы влюбились в человека, который может вам дать то, что вы хотите. Вы влюбились в человека, который может предоставить вам то, что вам нужно, а именно семью детей. Да, просто обратите внимание, вы влюбились в него после того, как увидели, поняли, что мужчина там думает о семье, хочет семью, ну и детей, вот, и ребенка. И, соответственно, вас это, вот, грубо говоря, привлекает. И вот здесь на первый план
выходит именно ваша какая-то вот потребность в семье, какая-то потребность в детях, потребность в семье, в детях, потребность в защищенности какой-то, ну, собственно, что из себя представляет вот семья, да, что представляет из себя потребность в семье. Вот. И, соответственно, из этого нужно исходить. То есть, да, в потребности в семье ничего плохого нет. Ну, вот в том, что вы можете хотеть семью, да, то есть в этом ничего плохого нет. Но есть нюанс, что самостоятельным таким вот направлением мотива поведения, наверное, все-таки это быть не должно. Мне хорошо, когда нет каких-то представлений, таких вот целенаправленных представлений. Мне хорошо, когда люди создают семью, не зная о том, что они хотят создать. Вот, ну, что они хотят создавать, например. А в вашем же случае есть такое ощущение, что вы как раз таких, ну, хотите, вы как раз таки пытаетесь создать именно вот, ну, именно семью пытаетесь создать. То есть мужчина вам нужен для этого. Вот. Поэтому, в первую очередь, значит, как я и сказал, семья, семейная ценность, может быть, в первую очередь, это именно ориентир, но никак не объект желания, никак не объект желания, да, целенаправленного. И, соответственно, отказ от этого, отход от этого очень мощно влияет на вашу поведенческую модель. Поэтому выделить потребностную часть вашего восприятия семьи крайне важно. Это первый момент. Второй момент — это определить ваши чувства к мужчине, то есть какие они, на что они направлены, нацелены. Вот. И уже как-то вот ну, дальше, да, уже исходить. То есть дальше уже смотреть на то, что здесь можно и нужно сделать. Что вы хотите делать, например, и так далее. То есть вариантов там, ну, вариантов достаточно много. Может быть. Вот. А что касается поведения, то опять же, я, честно говоря, честно говоря, я не думаю, что вы послушайте нас, если мы скажем, как вам нужно себя вести, ну просто потому что, опять же, это в какой-то степени вы сейчас слишком вот заинтересованы в том, чтобы мужчина был с вами. Вы слишком заинтересованы сейчас в этом. Я не думаю, что вы сможете не делать того, что делать не следует. То есть я не думаю, что вы не сможете, я не думаю, что вы сможете ну, придерживаться вот
значит, какой-то модели поведения, но лучше всего, если вы будете не будете давить на человека, а будете просто позволить ему проживать то, что ему сейчас нужно, вот, и себе позволите побыть без него. А переосмыслив, может быть, какие-то вещи, которые сейчас кажутся вам важными. И потратив это время на работу со специалистом, с психологом. Вот. Примерно такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Желаю вам удачи и всего самого доброго.